Всех приветствую, у себя на канале, меня зовут Вячеслав. Вот такой вот пульт. Вот такая вот пленочка. Давайте сейчас попробуем одну из них натянуть. Да-да, натянуть вот на этот пульт. Тут их должно быть 5 штук, как указано на упаковке. Вот инструкция, развернул, воткнул, феном подул, все, что собственно мы сейчас и сделаем. Отсчитаем одну штуку. Вот у нас одна штука, остальные убираем обратно. Так, вот убрали мы обратно. Так, что тут у нас? Здесь отверстия, здесь нету. Значит, как я понимаю, пульт засовываем вот там, да? Не так просто туда засунуть. Блин, она магнитится, эта пленка, очень сильно. Так, что это у нас? Ничего. Значит, попробуем его расположить по середине. По середине. Это где-то вот так вот, да? Сейчас слово первый раз буду заклеивать. Так, ну вот как-то так, да? И сейчас, по идее, надо включить фен. Включаем фен. Ну вот, что у нас получилось. Довольно-таки неплохо. Правда, все горячее. Так, сейчас мы вот эту вот штучку мы отрежем. Так, наверное, побольше надо ножнички взять. Вот такие. Так, мы эту штучку так вот пока отрежем. Интересно, получится у нас ее также аккуратненько запаять. Сейчас проверим. Так, сейчас мусор выкину, чтобы он у нас не разлетелся.
что такое. Так. Давайте попробуем. В принципе, для своей цены неплохо получилось. Очень даже ничего. Можешь еще попробовать открытый огонь и завальцевать его так вот, сгладить. Тут-то вот-вот хорошо, видите, нашло. А здесь вот не очень. Ну ладно, и так неплохо. Все. Вот таким образом мы продлеваем срок службы наших ПДУ. Ну все, спасибо за просмотр. До свидания. Так, ну что, друзья, давайте не будем тянуть и упакуем сразу еще один. Такой вот есть, вот такого вот размера, формата, такой вот выпуклый. Сейчас я его попробую тоже запечатать тут даже. Видео будет длинное, но я его на ускоренной перемотке вам покажу. Для вас все будет быстро. Очень быстро. А мне придется немного помучиться. Так, ну, как обычно, выставляем посередине, где-то так, да? Первый раз было без насадки, я сейчас одел вот такую вот насадку, попробуем, как будет с ней, чтобы поток у нас горячего воздуха был направленный такой, более, чем в предыдущий раз. Ну что, максимальные, поехали. Так, подожди немножко, подостынет вот это место. У нас зафиксируется, и потом мы продолжим. Вот примерно так вот. Ну, надо, конечно, еще греть. Так, давайте вот это вот место еще погреем. Плохо прогревается. We'll be right back.
очень горячо на самом деле. Ну, в принципе, можно и так оставить. Очень нагревается стол и сам пульт. Тут обрежем и попробуем погреть еще. Ну вот как-то так. Но первый почему-то мне понравился больше. Давайте это тоже мы аккуратненько обрежем. Так вот, по кромочке тоже. И попробуем. Или уже не стоит пробовать. Просто вот так вот прижмем. Ну все, друзья, вот так вот как получилось. Все, пока.